Да, я бы тоже, наверное, слева пошел. Там удобнее вроде идти. А в очко там это, дальше по коридору не хотите? В очко нормально там. Я потом. Чуть-чуть попозже. Хорошо. Пикают три. Справа-слева, да? Ну да, и справа-слева были. Справа. Ебать. Два слева еще. Слева в упоре, да? Убил. Хорош. Сзади, да? Подожди, нет. Подожди, ребят, тут сейчас патронов. Там сидит. Да что же они делают-то? У меня 2 хп, могу первый на инфу пойти. Подожди. Подожди, 2 в 1. Не торопись. Угу. Я спину посмотрю. Спины не видел. Я бы к другому заложнику на самом деле пошел. Он тут у меня. А, ну все, хорошо. Можешь просто жить, я в спину зайду. Окей. У меня до сих пор. Мячик. Ой-ой-ой, было сложно. Я побежал. Блять, брат, я тут уже это. Да нормально, понял. Нормально, я заложника беру. Давай. А нам обоих надо или кого? Ни одного. Нет, одного хотя бы. Окей. У меня. Натаха выиграла, походу. Бери. А как его взять? Е держать. Ёб твою мать. Блять. Нет, вот так вот и контрится. Не, жестко, они хотели жестко поменять ее. Да не, ну я там так стрелял, блин, мне хочется. Игорь, ты думал, заложнику говорить сначала надо, чтобы он пошел. А, кстати, пошел. Можем закупиться, почему-то денег много дало. А это, по-моему, за заложников, плюс 600 дали всем. То есть, в принципе, на них можно зарабатывать. Пойдемте, может, сейчас в очко, ребят? Если бы я... Да не, мы нормально, мы по нормальному коридору, кстати, шли. Там как-то тесно для всех. Ну да. Ох ты, блядь. Еще меня тут пушат в окна везде. Ага. Лестницу тоже поджали. Ну, может, так же на деньги, типа. Бля, вот дышать не в ухо сейчас будет, если mm-hmm. Наверное. Да не, они сейчас... Найс. Видел? Как не вовремя, жесть. Вот это тайминг. Короче, берите фармилки, и я так понял, они будут нас просто бежать пушить. Надо этот ждать просто сокон, даже не заходить туда. Они сами бегут на нас. Принято. Я авик без армора. А, не хватает. Нет, тут мне кажется, авик вообще этот проблемно будет. Это вот за, ну, в атаке сидеть, там будет нормально. Они вот пушили эти окна предыдущие. На СКП. Бил справа. Найс. Ты их хочешь, что? Вроде еще один справа. Да. Взял. Еще один. Еще один каленый, без ебала. Ладно, наебал. Найс, угу. Хорош. Скинул М-ку тут. Выглядит так, как будто въебал, да? Найс. Дайте мне какой-то аук есть. Я тебе калаш могу дать. Могу ауздать? Давай ауздать. Да, давай, да. Так, сейчас я только разберусь немножечко, ага. Я оказываю это на свой. Да, тут валяется. А нахуй диффузы купил. А он, кстати, быстрее берет или ложника. Что? Да, он быстрее берет его. Ну, там 3 секунды и так. Я понял, запашу. Андрюша. Кстати, здесь с авиком неплохое место. Может, плетка неплохое место? Найс. Плеткой, лучший. Подожди. Вот слева у нас тут будет драть. Ага.
Да, я слева флешку даю. Налево давай, флешку. Давай. Давай вместе пойдем. Он не рассебал, не? Так, нужно поговорить с заложниками, это бабки наши. Давай. Говорите. Найс. А вдвоем можно говорить, нет? Нет, по одному только. Блин, плюс очень много денег. Четко. Пулеметы что-то пошли. Хорошо. Андрюха, работаем. Работаем, работаем. Ой, это ты. Ага. Работали. Сейчас я смог туда дам. Понял. Упори, минус. И та, там же, там же. Там же был с диглом. Я беру залога, прикроешь? Смотри, может? Да, смотри. Это бежит. Четко, четко. Так. Да, слышишь, они зевсов покупают, осторожней там. Ты не знаешь? Угу. Не, ну я поднял чей-то. Понял. Блин, зачем огонь здесь? Let's go, let's go. Минус 600. Да снег потух. Тут открываются двери сейчас. Сука. Блин, знаете, это тоже позиция хорошая. Найс. Наконец-то в дом, блядь, поел. Я молик туда дал, сори. Перемечки, перемечки. Я прыгну. Найс, один в три. Мол, со скаутом один сделал. Блядь. Я возьму, попробую. Диффузатор вообще... перевески беру. По идее, есть пару позиций удобно для... Нашел оружие для этой мапы. Вообще жиза. Ага. А, вот так вот? Ну да. А чё нет? Вот так вот. Угу. А вы где? Слева на автоматах. У меня, да, в коридоре. Между нами. Так, лёд. Нам одного хватит, да, утащить? Да, понял? Да, да, хватит. Все, уводи его. Стоп. Это он топал? А, это у вас двое, все, понятно. А, он встречать не может меня тут с лестницы случайно? Не-не-не, ну может в респе с той стороны, но мы нормально, мы успеем. Он не успеет никак. Легкая. Андрюх, норм ствол, советую. Я понял, сейчас попробуем. Бежишь, жмешь левую кнопку. Этого звука не слышал лет 12, наверное, уже. Про заложников. А, про хостеджес. Да. Так, а давай, Игорь, вместе тогда поиграем. Погнали. Давай, по лестнице откуда? Направо там и ебем их. Хорошо. Как пицца? Нормально. Остренькая. Так, Игорь, флешечку даю. Нахуя? А, ну вообще да. Не торопись. Уже это лишнее было. Да я что-то туда доверился, ему а он оказался слаб тактикой. Ну мы ждем, у нас смоки. Андрюх, когда про 90 в руках у тебя? Тактику выходит на задний план. Понял. Двое там. Еще там же еще, где ты убил, там же вот. На кухне один. Смотри мне, правая или левая, сейчас посмотрю.
На кустике слева, на кустике слева. Минус 60. Он вышел, да, с него. Справа пикает. У нас бойцы что-то этот, летели в смог так это. Да, ошиблись, ошиблись, капитан, ошиблись. Ошибочки. Так, ну все, не повторится больше. Мне кажется, надо с этих на дальних дистанциях пробовать пикать их. Одна есть слева, вторая есть там, где очко, чуть подальше, вот эта вот открывающаяся дверь. Ебать, авик. Там, где смог, у них тяжел. Убил одного. Ой. Я туда флешку дам и туда смог дальний дам. Смог налево дал. А я смог дальний дал. А, ну они тоже дали. Найс. Нас тут откидывают по-жесткому. Еще убил. Можешь летать направо, напрев. Сейчас. Игра. Я подхожу с автоматов. Сейчас, подожди, мы сейчас сделаем. Ага, ладно. Сейчас, подожди, я сделаю. Убил этого. Авик там остался. Время. Да, надо подобрать заложника. Я готов. Давай сейчас ворвемся. Давай. И подбирай его. Справа стоял, да. Минута есть. Да, я его вижу. А он слышит, как он дышит? Думаю, нет. Жестко. Это терпение. Надо авик. Да. А где он пикает с авиком? Я хочу... Я не знаю. Ну, по идее, ДЛ, который вот с входа и с заднего входа. Здесь все хорошо объяснил. Там, короче, где подвал, там ДЛ, там окно еще. Давайте ДЛ, это вот эта вот хрень, вот это вот ДЛ. Да что-то тут везде ДЛ. 5, 2, 3, 7, 5. Вот где написано, это ДЛ. Нормально. У меня подпушил белого. Я... Так, все, я... нету перемычки, я это зашел. Выпушиваю. 2-2-2 у меня тут. Справа и далеко. Справа хае может. Хае, да, дашь? Он улетит, улететь должен. Да и флеш дальний. Найс. Спасибо. Я прострелил его. Что-то они за секунду улетели. Блин, все, я понял. Диффуза в каждом раунде брать. Слишком долго их уговаривать. Ты денег же хотел лишних. Ну, команда ради. Найс, понял. Справа еще, справа тут близко у нас. Смог дам.
Давай. Ой, флеш, флеш, флеш. Игорь, сделаем это? Только ты и я. Давай, раз, два, три. Топнул, топнул, справа. Игорь, давай, я перебегаю, ты делаешь. Давай, раз, два, три. У меня в коридорчике. Да, да, да. Можете, да, брать и убегать. Мы все смотрим. Я слева смотрю, ты справа, и все. Он все, никуда не уйдет. Угу. Беги, беги, беги. Не, ну мы как команда работаем. Гинзуха топ-фрагер, кста. Да. Так она вообще разваливает. 3 МВП. А, я в муте инфу даю, да. Ништяк похавал. Да, привет. Смог нам глубокий дали, может перемычку пикать. О, нашили кого-то. Работаем, работаем. Четко, четко. Мы прям все решили, да, тут? Почти. Перемычки да. Нету, да? Я или... смог туда дал. Слева, слева, перемычка, слева. Перемычка, перемычка, перемычка сидит. Найс, убили. Аккуратно, может перед смоком быть. Я бы не советовал туда это. Нет, вроде нет. Ну я дам туда молик. Один говно. 20 хп одного. Мой сейчас сгорел. Близко, близко, помоги. Справа, справа упорит, справа упорит, Роман. Не? Да, 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 справа. Сейчас подожгу его. А, ну мы про другие точки. Видел, видел, слева. Левее был. В коридоре. Да, да, там. Так, подождите, даю туда. Ага. Нормально, смоук криминал. Вы 3 в 2. Так, короче, надо, чтобы травоман открыл нам. Слева, слева, упори, слева. Все, вы... Ладно. Мы работаем, да. Ну вы работаете. Да. Вы поработали. Т-мапа, напоминаю. Т-мапа, конечно. Ну, она да. Сильно, сильно Т-мапа. Ну надо все равно десяточку брать. Берем. Просто мы сейчас пошли все в один коридор, надо слева тоже играть. Да, я, короче, через парадный буду. Я вот это как право ходил туда, хожу. Я через шоколадный буду. Хорошо. Что не смочат постоянно? Перемычка, перемычка! Одного убил. Пермку взял. Вдали был там. Вдали в говно, тип. К залогу идет. Мишку убили, да? Да. Флешку дам ему. Блядь. Игорь, тут потушил и даю флешку. Он чё? Тоже натыкал. Понял, натык, хорошо. Так меня заебанчило, выебал. Я не могу даже. Идем, идем, идем. Сейчас за кассой тут будет. Вас с пулеметом. Андрюх, не ведись на его провокации. Я ошибся. Но это невозможно на контрить, Игорь. Да иди ты нахер. На 70, блядь. Не-не-не-не-не. Но мы так же будем сидеть тогда. Ну, конечно. Ой, дичь. А, давайте попробуем взять, а то этот непонятно, что будет во второй половине. Чел пушит, по-моему, вас. Он забыл. Да, да, да. Убил, убил. Тут опять пулемет. Ну, поедал. Там еще, ага, пойдет. Найс. Я перемку сжег, сори. Похуй. У меня тут. Покуэл хорош. Бам! Андрюх, я с тобой. Давай. Да. Nice. Так, пойдем. Цепляй. Блин, а все, уже никуда не пойдем. Без китов опять не пойдем. Авик, нужен кому-то?
За не. Мне говорят, что тут на радаре видно через смоки чувак. Ну типа, если чел перед смоком стоит, то его видно. Может поэтому он так нас нашел жестко? Не, может быть. Я не смотрю вообще на радар в этой игре. Твою мать, блядь! Блядь, вы бы видели, что это было. Горит! Смоку где-то, близко! Хейдер! Айти надо. Не, только не этот! А, нормально в ответочку. У меня ноль патронов. Блядь, брат! Хайна широко выходит на скейте, выкатывается. Ну ладно, 9-6. На деф легче. Нормально, это Т-мапа, ребят, напомню. Ну это сейчас, ну пистики тут этот, такое. С лангабером их свиспов. Ну я пошел вот этот левый коридор. Запустит просто с одной стороны, если... Не-не-не, лучше нет. Не, нам лучше сидеть, нам лучше сидеть. Я вот, что, как левые ходили, я вот левые коридоры буду ждать, короче, контролить. Я в перемычку. Ту перемычку, кстати, лучше... Хотя, такой, да, ну и нахер. В миду еще лестница и справа один. Опа, я все. Отходи. Отходи, я возьму этот тут. Давай. На заложника может зайти. А, бля, это десалт играет. Близко там у тебя, близко у тебя. Хорош. Перемычку прошел. К желтому идет. Понял. Да что же это такое? 23 хп. Тихо. Макатау. Взял. Понятно, с разворота. Сука. Ну я не знаю, по деньгам, ну надо форсить, да? Да, я думаю, да. Дробаши можешь взять. Да, надо просто это... Давайте прям засейвимся, засядем вот туда. Да, туда не надо к ним ходить, перемычки. Мы просто можем от заложников играть и все. Они очень долго будут выходить. Я думаю, да, это дайл смерти. Да, у нас же тут два коридора всего нам контролить. Smoke down. Бам. Красиво. Еще два. Можешь вон в кустик спрятаться вообще и сидеть. Да-да-да. А я этот, буду тут. С ФАМАСом вроде. Понятно. В помойку. Дреда не чекнут, по-любому. Давай-давай. Да блин, очень два, мало два. Осталось. Два в этом, на том заложенном. Один в говно, минус 7 здесь. Они оба лоу, оба по 10. Тули. Лучший. Улучшил, улучшил. Жесть. Хорошо, взорвал их. Бы навик накопить, было бы вообще просто нереально. Я сейчас накоплю, я сыграю с говном. Да, тебе вот там встать просто потом на ланге и все, они не пройдут. Давайте что-нибудь скину, может лучше поиграть. Да не-не-не, нормально. Покупай. У нас тут все есть. Так, Нексус, опасненько куда ты идешь? Я это, рофлю. Да-да-да, запутался немножко. Так, ну у нас Сирикен тоже это, агрессивно поехал. Зашли! Ага. Помойку. Нормально. Все, беру Алекс первым. А, нет. Я могу
А не могу. А трава нам может купить, да? Да, купи авик. Я на печенек коплю. Да не за. B4-5. Ты этот лонг, давай. Я купил, дальше коплю. Да, все, мы этот, тот коридорчик. Я прям агро. Возьми мне перед. Что перед тобой то, что? То, что перед тобой. Принял. Я не знаю, принял. Не, лучше столика. Можем отойти, подожди, я смог тебе, да, отойдешь? Давай. Отойди, отойди, я тебя взял. Ты можешь в угол встать просто. Да, он не пьет. Я флеш даю туда к перемычке. Блять, вы что, больные? Двое заходят. ДЛ будет такие автоматы. Ты не пропустишь тот... А. Лучший, блядь. Никого не пропустит. А, моего убили? С которым я стрелялся? Лучший! Понял, Солянова там. Все, можно дисциплину менять. Я взял авик, Спасибо. А, я вот это возьму. Смочу или ты стреляешь? Да-да-да, можешь стрелять. Они у вас там где-то все будут. Ну, они сидят. Да, 96. Я иду. Я молик тебе дал, надо уйти, надо уйти. Я тебя на чили, нормально. Да? Прошел один тебе, Кирюш. Не, он к залогу прошел, он к залогу прошел. Одно взял. Другого, да, убил? В коридорчике, тут тонкому залога. Ага. Nice. Минус 54. Там 10 кп живет. Они убиты. Два. Одно взял. Last low, last low. Там же будет? Ну, я не знаю, как тут инфу давать. Короче, где-то там. Ну, ёбка пошла. Да не, ну тут сидеть проще намного. Да. Так, у нас тут уже оружие серьезное. Так, давай там смачок кинешь и будешь контролить, потому что я боюсь, что надо купить. Я вот тут сейчас пока. И потом смачок кину. Хорош. Накопил? Я тебе право взял, в принципе. Накопил. Уже. А чем, кстати, эта штука отличается от Нигера? Он дешевле раза в 3. Не знаю, он просто дорогой, он поэтому сделает, я купил. Стреляет просто Нигер. И там точность плохая, пока он не разгонится. Понял. Так, есть у меня одна идейка. Сейчас рисковая игра будет, предупреждаю. Да? Прям максимально? Я знаю, сейчас я прочитаю человека одного. Прошу его. Ага. Минус 39. Нормально. Кажется, время намутить хуйни. С основного входа. Намутил хуйни. Нормально. Все, тут чисто у меня в коридоре. Перемки где-то по ДЛу, по ДЛу. На улице или где? Непонятно. Он с авиком еще. Да, на улице. Бежит. Nice. Бежит. Last раунд, ребят. Револьверы нужны кому-то? Давайте, это... вот на всякий случай, я просто скидываю, чтобы были у вас. У меня все отобрали. Еще он валяется. Под рекрентом.
Есть сзади, сзади вот еще один. Да, я всем скинул, ребят. Подо мной, вон. А, все. А он не подбирается у меня. Все. Так, я молик сражал, я не знаю. Понял. Игорь, я чуть-чуть твою позицию палю, наверное. Возможно, да. У нас тут никого, Андрюх. Они потом пойдут к коридору. Ну пойдем через жопку в нем. Я тоже пошел туда. Они все там с улицы, с вашей стороны. Давай, давай. Чё? А, они просто... Справа. Они все с улицы, короче. Там сейчас справа будет один челик сидеть. Давай прицелимся и убьем его. Готов? Понял. Ладно. Ага. Ага. Да блять, я троим дал хит. Минус 80 строя. Трома, на респе все. На респе они уйдут в другую сторону, скорее всего. Ну короче, ты отвечаешь за этот коридор, я пошел другой. Сука, троим минус 80 дал. Ну мы берем. Вот Роман тупит. Прошу. Не отпускай, главное. Видел, видел! Хорош! Еще может быть у тебя. Иди хуярь тоже, чё. Он не пропустит коридор? Он прошел направо, нет, Роман? Я прошел. Да, да, справа, справа! Раз в перемке, по-моему, к залогу уже прошел. Хорошая. Четко. Не, ну мы сегодня вообще чемпионы, короче. Только Макатау жалко. 64 тысячи долларов потратил в этой игре. Неплохо. Жестко. Ну так ты донатил. Да. Ну что, мужчины, я вас поздравляю, хорошая игра. Да. Да, отлично сыграно. Легкие бабки. Не, ну так можно каждую неделю играть, я в принципе готов. На офисе. На офисе, да, вот это сидеть.